наших побед. Приветствуем главный символ государственности – национальные флаги стран-участниц. Почему-то всегда все хорошее очень быстро заканчивается, а этот турнир уже история, но с добрым финалом. И в первую очередь это сказание о дружбе. Мы долго готовились к играм стран СНГ. Мы даже нисколько не беспокоились, что мы подготовим на самом высочайшем уровне и арены наши. И мы обладаем достаточным человеческим ресурсом. Это великолепная возможность для спортсменов из Пакистана поучаствовать в состязаниях, получить международный опыт. Этот старт нужен был для того, чтобы научиться чему-то новому. Спортсмены из Вьетнама очень рады приехать в Беларусь, увидеть достопримечательности, пообщаться с коллегами по цеху из других государств. Все просто великолепно и очень шикарно. Поэтому благодарности вашей стране за теплый прием. Тройка лидеров в медальном зачете была определена еще в первые дни вторых игр стран СНГ. Россия, Беларусь, Узбекистан. Естественно, эти сборные своего не отдали вплоть до церемонии закрытия. Таким образом, Team Bay вторая в сводном табеле. Всего в активе наших спортсменов 236 медалей, 48 золотых, 78 серебряных и 110 бронзовых. Таким образом, Беларусь передает эстафету Азербайджану. Участники соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта стран СНГ уже приняли решение о проведении третьих игр в городе Гянджа в 2025 году. В главном эфире Кристина Камыш и большая команда спортивного отдела агентства теленовостей.